Роман Огарь, тренер першої категорії з кросфіту, призер чемпіонату Європи з гирьового спорту, професійний кросфіт-атлет. Всім доброе утро. Сьогодні у нас по плану тренировки отжимания от пола. Я вам покажу правильную технику выполнения, ошибки и как их исправлять. Итак, приступим к технике выполнения отжиманий и сходящее положение. Руки на ширине плечей. Стараемся строго держать на ширине плечи. Ноги вместе. Плечо должно накрывать наши ладони. Голова продолжение туловища. Второй момент. Зажимаем живот. В пояснице не должно быть допустимо прогиба. Вот такого. Поэтому зажимаем пресс и держим спину ровно. На вдохе опускаемся. На выдохе нажимаем себя. По ошибкам. Первое, которое может быть, это неправильная постановка рук. Сейчас я вам продемонстрирую. Широкая постановка рук, что является травмоопасным для наших плечей. Или когда руки слишком впереди. Вот такое мы можем видеть на тренировках. Исправляем эту ошибку. Ставим руки на ширине плечей и пытаемся выполнять отжимания. Вторая немаловажная ошибка – это поясничный прогиб. Вот такое явление. Чтобы это убрать, просто зажимаем мышцы живота и выполняем отжимания. Человек, который выполняет отжимания, он опускает не все тело, а только корпус. Вот как это выглядит. Для этого нужно сказать человеку, или опускаем тело полностью, или, если вы занимаетесь сами, то просто, когда увидели это, старайтесь опускать не только корпус, а еще и тело. И напоследок я вам покажу подводящие упражнения для отжиманий, если вы их не можете выполнять в совершенстве. Сейчас мы сделаем отжимание от опоры. Оно легче, чем отжимание от пола. Чем выше опора, тем легче. Чем ниже, тем тяжелее. Руки также у нас на ширине плечей. Живот зажат. На вдохе опустились, на выдохе выжимаем себя. Это упрощенный вариант отжиманий. Или, можно сказать, подводящий. Второе подводящее упражнение – это отжимания в негативной фазе. Это такие отжимания, где мы просто опускаемся медленно на пол. Сейчас я вам продемонстрирую. Исходящее положение – то же самое. Руки на ширине плечей, пресс зажат. И на вдохе медленно опустились. Легли на пол, коснулись грудью и животом. А затем выжимаем корпус и выводим ноги в положение упора лежа. Сегодня мы разобрали отжимания от пола, технику выполнения и основные ошибки. Занимайтесь с умом, будьте здоровы!